Всем привет, дорогие друзья, с вами я тут, и сегодня мы с вами поиграем в Hustle Castle, и как вы видите, у нас здесь наметился маленький большой переполох, новое событие началось, собирайте коллекции и получайте уникальные награды. Давайте-ка глянем, что у нас здесь придумали разработчики. Итак, милорд, смотрите-ка, кто появился у ворот вашего замка, это же Шрум с новыми коллекциями волшебных карт. Это карточный ивент, это прикольно, но почему он такой грустный? Шрум, что случилось? Давайте-ка его спросим. Нет, снова Санта, а точно ли это он? Больше похоже на плюшевую игрушку, повсюду тряпки, нитки да иголки, ай да колется. С этим нужно срочно что-то делать, иначе он из нас сошьет свои игрушки. Помогите мне остановить его, и мы сможем раздобыть все эти необычные вязаные безделушки. Так, отлично. Итак, ого, шикарные награды. Впрочем, как и всегда, если их собрать, ваш отряд определенно станет сильнее, милорд. Ну, я даже не сомневаюсь. Вот такой вот нам мишка. Чуть попозже его посмотрим. Взгляните на коллекции карт, которые можно собрать. Так, задание. А здесь вам доступны особые задания, за которые призы также впечатляют. Все понятно. Проклятый Шрум, ты даже не понимаешь, с чем связался. Нам наматывает разноцветную вязаную перчатку на кулак. Так, милорд, вы когда-нибудь сражались с тряпками? Нет, вот и я нет, но похоже сейчас придется. Отлично. Ну все, вроде как закончилось вот это вот вступление. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Ну, во-первых, у нас есть набор портного. Сразу смотрим, что почем. 900 рублей, 1800 рублей. За 900 рублей получаем вот все вот это из вкусняшек. 15 дней премиум, 15 дней гоблина. Здесь у нас легендарный предмет дают, 15 карт дают. Отлично. Здесь за 1825 карт, 25 дней премиум, 25 дней гоблина. Ну, вот такой вот, да. Ну и плюс здесь еще у нас открывается прибамбаса. Опять же, легендарный предмет. 35 еще набор дают. Дают по 5 наборов, по 5 карт для твоих соклановцев. И погода шелкопад. Ну, мне чуть не очень нравится, но вообще кому-то вполне может и зайти. Окей. Так, здесь у нас фон маленький, большой переполох. О-о-о. Блин, это же это как Йоши, как ниточка, как его, ну, в общем, вы все поняли. Окей. Так, все ясно с пропусками. Смотрим сам фестиваль, да, у нас тут, как всегда, три направления идет, противостояние. Здесь нам дают эти карточки за победу в боях против других игроков, за победу в боях на арене, за победу в точках клановых войн, побеждая других игроков в битве на маяке, за участие в экспедициях. Также у нас есть бойня, здесь за прохождение всех вторжений из сундука в бухте, из сундука из области маленький большой переполох. Сейчас посмотрим, за прохождение подземелий, побеждая клановых боссов и в темном соборе. Зашибись. Ну и веселье, за отправку ресурсов друзьям, при получении ресурсов от друзей, за покупку алмазов в магазине, за первое прохождение уровня портала, содержащих сундуки при выполнении ежедневных заданий. За это дают соответствующие карточки. Окей, итак, у нас есть коллекция, которую мы собираем карты, и плюс есть еще задание дополнительное к тем, которым мы до этого были. Соберите все коллекции хотя бы один раз, получите вот такой вот сундук чела. Здесь из интересного премиум на 3 дня, гоблин на 3 дня. Окей, ну, в принципе, я так понимаю, наверное, они все приблизительно одинаковые. Хотя нет, вот смотрите, награды разнятся. Но награды вы, в общем-то, я думаю, что и сами прекрасно сможете посмотреть. Самая верхняя, это типа самая крутая получилась. Окей. Дальше у нас есть вот такая вот лоскутная безделушка.
Давайте посмотрим, что это такое. Сразу предупреждаю, что здесь для уровня 90-100. Целительное касание. Все союзные бойцы восстанавливают 80 тысяч здоровья. Владелец восстанавливает 100 тысяч здоровья с 25% шансом. При использовании этой способности воскрешается случайный союзный боец с 25% здоровьем. Вообще офигенная тема. Итак, для того, чтобы нам его получить, нам нужно собрать 100 колод совершенно разных. Ну, каким образом их получать, я, в общем-то, вам уже сказал. То есть просто выполняйте какие-то обычные свои дела ежедневные, да, и помимо прочего получаете вот здесь вот все описано, за что вы получаете те или иные карты. Также мы можем получить вот эти вот прототипы, здесь это рунами называется. Ну, какие-то, может быть, у вас есть, каких-то нет. В общем, друзья, собирать здесь есть чего интересного. Давайте-ка еще раз посмотрим фестиваль. Здесь могут быть еще призы. Вот, и из этих призов можно посмотреть. Смотрите, Латте Санта костюмер, броня воина. Здесь же у нас, ну, облики всякие разные. Значит, броня воина тоже латы, одеяние мага, здесь экипировка лучника, булавы, маленький большой переполох облик, здесь для изменения внешнего вида оружия бойца жезл, это у нас пистолет, это у нас копье, ну и прочие всякие прибуделы. В общем, один из лучших ивентов, как я считаю. Так что, друзья, если вы, как и я, опоздали, наверное, есть смысл немножко поднапрячься и понабить всяких вкусняшек. Ну, вот этого Мишка, наверное, думаю, точно нужно постараться получить. В общем, не так уж и сильно сложно его получить. Друзья, я вам желаю удачи, получить как можно побольше всего. Интересно. Ну и, как я говорю, играть во время ивента намного интереснее, чем просто так. Приходите еще, будет много всего интересного.